бабочку видела, но не поймала. С Вероникой в одуванниках нашли клей. Мы исследуем Максим. Мы за ним. Мы шпионы. А вы же Максима? Нельзя со мной. Максима тоже не надо. А что это? Разве лук? Из-за нас или что? Мама говорила, Марина Зерна говорила, что это какой-то, что можно покататься. Когда же? Так что, будем сегодня есть? Давай. Попробуем. Положи себе в карманчик, только не забудь достать. Дома съешь. В садике будем все купить. Попробуем. У нас пробка. Машина стреляет в машину. Да. Покажи, как ты стреляешь лучше. Еще раз стреляй, чтобы разбить ее точно. Мы бабочек ловим, дуванчики делаем, чтобы они, чтобы их приманить к нам. А дуванчики мы рассыпем там, где будут бабочки, они почувствуют вкус и прилетят, а мы их словим. А потом мы их отпустим, они в небо полетят. И будет так красиво, когда они на самом виду. Да. Мне нравится в детском саду. Мне нравится в детском саду. Да, нравится. Очень. Мне нравится, что есть дети. Мне дома одной скучно. Можно играться с детьми. С детьми. С Лешей, с моим другом. С Полиной. Мне нравится игра с Вовой. Боремся, бегаем, крикаем, мяукаем, гавкаем. Махтышим. А со мной тоже игра со мной. Когда я на них смотрю, мне тоже очень хочется немного стоять, тоже хочется с ним поиграть. Мы играем в котиков. В миньонов и сморфиков. Ну там хозяева, котики. Котики есть, как будто едят. В игре сморфики мы будем каким-то любым сморфиком, а кто-то будет Гаргамелем, и от него надо убегать. Мне нравится быть дедушкой сморфом. Мне нравится прятаться. Мне нравится догонять. Мне все нравится. Мне нравится играть. Еще в прятки. Но я люблю прятаться в самых укромных местах. Уголки всякие я могу найти. Но там, где стоит бутылка, и там есть такой угол, я там прячусь всегда. Я хожу на тележке, я давал свои айки, кому пять, там уже перепадает следующий. Я хожу на тележке, я давал свои айки, кому пять, там уже перепадает следующий. Я вожу. Слышу, что это идет, постучит по лесенке и тихонько пойдет. Прозвучу песенку, постучится в окно, постоит, спрячется, это дед.
Елка моя хрустна, не дурачка. Пошли! Что? Мы любим поиграть в догонялки. Магазин. Вообще-то продает тот человек, который продавец. Я не продавец. Моя подружка продавец. И я хожу и покупаю всякие овощи и фрукты. А еще отгадайка. Первый человек изображает, а второй должен отгадать, что изображает. Я показываю, что я мастер картистов, что я строитель. Я хочу стать строителем, потому что строитель для меня это несложная работа. Потому что я ж могу просто качаться. Накачаться могу. Я качаюсь, чтобы работать строителем. Я умею делать шпагаты, колесо, поперечни, куркаться на ногах, прыгать, куркаться. Еще я заняла первое место на гимнастике. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, Екатерина Дмитриевна! И все. У нас больше никого нет. Вспоминаем наших двух карлики и великаны. Все помнят? Да! Карлики, великаны, великаны, карлики, великаны, карлики, карлики, великаны. Молодцы, направо. Раз, два, поход по залу, шагом марш.
Мне нравится в детском саду. Мне тоже нравится. Потому что в садике весело. Мне нравится в детском саду машинки. Но мне нравится, как игрушки. Там можно играть, читать, и кушать, и спать. Еще там игрушек, ну, много. Любимая. Моя любимая игрушка Лего. Лего. У меня игрушка любимая, это пистолет. Игрушка моя любимая Питрик. Питрик. Такая птичка, как попугай. Любимая игрушка Пандочка. Она мягкая, и у нее она выглядит милашкой. У меня скайгончик. Щенячий патруль. Шарки слеплющие, которые слепляются даже. Моя любимая игрушка Мурочка. Кольца. Робопес, Райдер и их дом. Дом. Моя любимая игрушка голосовая машина. Ну, у меня дома есть трансформер, и я с ним играюсь. Ну, вообще-то, моя любимая игрушка смотреть видео. Моя любимая игрушка вот. Дельфинчик, у нее такие блестящие глазки. Я с ним сплю каждый день. Я хотела вот коляску, но... А мама захотела такого пингвина, который разговаривает, двигает клювом и, вот так, и делает крылышками, вот так махает. Ну там, мне нравится, у нас есть в саду такой, всегда, ну, нам могут иногда давать этот такой самосвал. Мне нравится играть. Вот это самая любимая игрушка моя. Моя любимая игрушка Лего. Там мы построили такого Лего-человечка и играем с ним. Ну да. Я складываю домики. Немало разных кукол есть на свете. Немало разных кукол есть на свете. Глаза их удивления полны. Куклы тоже дети, но только дети сказочной страны. Куклянде, Куклянде, волшебная страна. Пусть вы о ней не знаете, но все же есть она. Там кукольные лестницы, давай и дорога. Туда пускают маленьких, а взрослых никогда. А взрослых никогда. Ваня войнушку, когда кто-то оружие приносит. Нам просто не разрешал в саду делать оружие. Мне нравится играть с моей подружкой Настей Домовиц, Настей Черняк и еще с Вероникой. Глебом, Макаром и Даником. Нам майонезовый не разрешает в котиков играть. Мы играем теперь. Как все дети? В Его. Ну, эти иглочи Его. Мы играем в обезьянок и... Кошки матери. Там еще котики есть. Там дочка, мама и котики, и собачки. Мне нравится быть котиком. Мальчики могут быть папами, а девочки могут быть мамами. И сестрами, а мальчики еще могут быть братами. Но мы пока занимаемся, сами играем. Учат в садике
писать, рисовать, вырезать. Еще поиграем на музыкальных инструментах. Две команды, бандитская и полицейская, там должно быть три человека. Ну, как бы кто-то преступник, и мы их арестовываем. Но я не люблю быть преступником, это не очень. Просто надо там все время убегать. Плохие дела делать. А полицейские ловят их. Когда я вырасту, стану полицейским. На полицейском. Потому что мой дядя и мой крестный тоже работают. Очень классно работать на полицейской машине. Потому что у полицейского тачка с мигалкой. И она быстрая, и сирена великая. Пистолеты? У них есть, как бы... я думаю, что у них есть, но я не думаю, что они убивают. Я хочу работать в милиции. Они штрафуют, кто нарушил скорость. Это правильно. Светлей. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается земле.
встречаются улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. До голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Мой друг Лёша и Матвей. Миша, Ваня, ещё кто? Максим Сергеевич, Вова, кто ещё? Каролина, Вика и Соня. Мака. Вероника. Соня, потому что она очень весёлая. Мои друзья Даня Хатынёк и Миха. Миша, Ваня и Вова. Миша, Ваня и Вова. Моя лучшая подруга Вероника, потому что мы с ней очень долго дружили и не ссорились никогда. Мы одновременно родились. Вика моя лучшая подруга. Ну просто... С Викой я первая познакомилась, и она мне со мной чаще играет, а Каролина играет чаще с другими подружками. Но у меня еще не проколоны уши, и у Вики проколоны. И она думает со мной, где же мне их прокалить. Лучшая подруга Настя, потому что она красивая девочка. Кроме Насти, Ваня. Потому что он меня защищает, когда меня бьют. Максим Туля со мной, когда сердится и он со мной бьет. И много вопросов задает. Максим меня бьет, а Ваня защищает. Еще у меня есть жених. Даня Хатынёк. Потому что он меня любился. У меня даже есть уже невеста на пока. Да-да. Полина. Полина, я не место. Просто нашел ее в ее глазах. Так же говорят, нашел в ее глазах. Ты что, не слышишь, что это говорят? Нашел в ее глазах. О боже, боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. Мне нравится Каролина, потому что она взрослая девочка. Она просто меня пригласила на свой день рождения. В ресторане делать пиццу. Мне очень понравилось. Мне нравятся Вова и Миша, потому что Миша маленький, а Вова со мной всегда хочет что-нибудь поделать. Мне нравится Вероника. Вероника. Ну, потому что мы танцуем с ней. Вась-вась, кашка-вась.
А потом сделала... Пригорела. Как? Как? Так ты хочешь один раз? Два раза. Очень будет прикольно. Приготовились? Приготовились? Чего-нибудь, машину или дерево какое-нибудь. Открытку для мамы. Thank you.
Мне нравится в детском саду. Мне нравится, как здесь нас кормят. Мне нравится суп. Желтый. Пюрешка, суп с мяском, блинчики с вареньем. Очень вкусно. Мне нравятся блины и сосиски. Садик милает пуха и борщ. Thank you.
кричать пора. Дружно крикнем и ура. Кто подарки нам принес? Ну, конечно, Дед Мороз. Мне хочется слепляющие шарики. Классную машину, джип какой-нибудь. Самолет на пульте управления, как и всегда. И сам. Музыками. Я хочу, чтобы у меня был мотоцикл и новый телефон. А я хочу, чтобы у меня была машина и мотоцикл. Я бы поехал на футбол. На бокс. Мечта? Да, есть мечта. Есть мечта летать на самолете. Полетать хоть один раз. Есть мечта. Даже две мечты. Вот огромная машина, в которой ездит дома. Вторая. Вообще огромный, просто гигантский поезд, в котором на улице ехать где хочешь. Тогда точно никто не задавит, да? У меня есть мечта, чтобы у меня выросли крылья, и я могла летать. Прилетела на небеса. Там бы с бабочками летала и с птицами. Я хочу поступить в футбол. Нападающим. Я хочу научиться карате. На карате мьются. Я хочу научиться ударам. Ногами, руками там. Ну, чтобы вдруг на меня нападут бандиты, и я буду кричать о помощи. А никто не услышит. И как мне придется защищаться. Я хочу научиться играть в футбол. Стану должна плаефа. Срочно ебать. Я хочу, чтобы ты меня хотел сына. Я хотела полетать на парашюте, а мама сказала, ну, чтоб я немножко подросла. Поэтому я хочу стать взрослой. А я хочу остаться таким, как и есть. Не хочу быть взрослым, потому что надо всегда идти в школу или на работу. Когда я вырасту, я хочу стать гимнасткой, потому что можно стать чемпионкой. Зрители будут смотреть на гимнасток и хлопать, и дарить цветы, и кидать цветы. Я хочу сниматься в кино. Я всегда пою, и я не могу кем-то стать. Доктор, у меня не получится стать. Я хочу стать актрисой. Стоять ем. Доктором. Ну, архитектором. Потому что он решает, куда ему окна, куда ему двери. Он решает, какой дом должен выглядеть, и где он должен выглядеть, и из чего он сделан, где он поставлен. Я еще не определился. Но я точно не хочу быть штрафником. Потому что там под дождем надо все подметать, подмечать и подметать. Утром рано встал до ночи. Можно деньги зарабатывать, можно работать. Врачом. Потому что там делают уколы. Я хочу стать доктором. Кем я хочу работать? Как я люблю динозавра, я хочу стать палеонтологом. Изучать кости. Я хочу быть строителем. Боксером. Как говорится, лучше быть самим собой. Я не хочу быть маленькой, потому что у меня всегда команда. Потому что большой еще можно. Я хочу быть большим, как мама и папа. Потому что папа сильный и он хороший. И у него очень хорошая прическа. Ну, потому что он молодец.
А мама мне дает чуть-чуть играть телефон. В телефоне я играю Майнкрафт. Я хочу быть взрослой. Потому что это весело. Потому что взрослые большие и все сами делают, и все умеют. И готовят, и покупают. Я бы купил подарок какой-нибудь. Если у меня родился бы этот ребенок, то я бы ему купил подарок, если бы у меня было много-много денег. Ну, жить можно было. Или пачку золота. Ничего. Просто отдам маме денежки. Потому что мама моя будет старенькой. Я хочу идти в школу. Ну, потому что там можно учиться. Можно на перемене играть. Потому что я хочу узнать очень много всего. Просто там могут рассказывать, что было раньше, как жили короли разные. Да и про маму до Франции, которая жила, про песчаных людей. Там оценки хорошие могут давать. Десятки, восьмерки. Я думаю, что я буду хорошо учиться. В школе я хочу научиться английскому. Потому что пойдем когда-то в Америку. Ну, кто-то пойдет, наверное. А там все говорят по-английски. Hello, my brother. Goodbye. My brother. Hello. Goodbye. Thank you. Good morning. Hello. И я хочу научиться читать полное слово. Я пока умею только по одной букве. Я хочу сказать. Просто там были сложные задания, а то я уже почти все знаю. Итак, потому что меня дома учили в детстве. Я не хочу ходить в садик, потому что там учат, а я уже хочу все уметь. Мы собираем слоги разные. Это очень интересно. Дети, сегодня у нас с вами занятие по обучению грамоте. Сейчас я вам хочу загадать загадку. Послушайте, о ком она? Он сети, как рыбак, готовит, а рыбы никогда не ловит. Я думаю, что рыбак. Это как его рыболов. Ну еще думайте. Он сети, как рыбак, готовит, а рыбы никогда не ловит. А? Повар. Ага. Хорошо, тогда я вам даю подсказку. Слушайте следующую загадку, чтобы узнать, что это на самом, кто это на самом деле. Не так много, а в клубок не смотаешь. Ёжик. Не так много, а в клубок не смотаешь. Клубок. Ниток. Ну. Комок шерсти. Ну подумайте. Максим. Паук. Молодец, Максим, конечно же паук. А вот сегодня мы с вами познакомимся с новым словом. Мы разберем со словом паук. Посмотрите внимательно. Он так. Такой страшный. Посмотрите и скажите мне. Как вы думаете, сколько звуков в слове паук? Четыре. Полина. Каролина. Четыре. Сонечка. Четыре. Правильно, четыре звука. А что вам это подсказало? Что подсказало, что четыре звука? Указка. Какая указка? Что это, дети? Это домики. Домики для звуков. Садитесь, пожалуйста, за стол. Давайте назовем, какой первый звук в слове паук. А Каролина, какой это звук? Твердый согласный. Нет. Мягкий звук. Твердый согласный звук. А как Максим думает? Максим, как ты думаешь, какой первый звук в слове? Звук «п». Какой это звук? Твердый согласный звук «п». Молодец! А Вероника как думает? Какой звук «п»? Согласный.
твердый согласный звук. Какой фишкой мы его обозначим? Сильный. Дальше мы узнаем, какой дальше звук. У. Так, как думать, Настя? Да, не какой-то звук, а какой он? Согласный. Ясно. А давайте вместе скажем звук А. А. Так какой это звук? Гласный. Гласный звук. Какой фишкой мы его обозначили? Гласный. Звук гласный А. Дальше. Сейчас узнаем, какой следующий звук. Слушаем меня внимательно. Я читаю. Паук. 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 Какой? Мака, какой звук ты услышал? Правильно, У. Какой же это звук? Гласный звук. Гласный звук У. Какой фишкой мы его обозначим? Красный. Обозначайте. У нас тоже нет. Сейчас я вам дам. Давай. Расположи его в кармашек. Хорошо, молодец. Так, дальше. Слушаем. Паук. Паук. Какой звук Глеб услышал? Глеб, какой звук? Твердый согласный звук. Молодец. Какого цвета фишка у тебя, Кармина? Синий. Позовите, пожалуйста, гласные звуки. Гласный. Какие? А. Молодец. А как Макар думает? У. А еще? А. Так. А сейчас назовите согласные звуки. П. И. Какой? Х. Х. Два. Сколько звуков? Сколько? Как Сонечка думает? Два. А как Даник думает? Два. А Маргарита как думает? Два. Назовите первый слог в слове паук. А второй звук назовите, слог назовите в слове паук. Глеб. Ук. Даник. Мартыш. Ук. Хорошо. А теперь слушайте задание. Вам нужно придумать предложение со словом паук. Но в этом предложении должно быть только три слова. Паук плетет паутину. Паук спит. Спит. Так, дальше. Паук гуляет. Гуляет. Ну еще. Паук кидается. Кидается. Паук куда же? Висит. Паук висит, так. Паук словил муху. Очень красивое предложение. Паук словил муху. Супер. А мне нравится тихий час. Нравится, хочется спать. Мне вроде никакой сон не снится. Я не помню свои сны. Почему бы и нет? Мне никаких сонов не сплю, я просто сплю спокойно. Мне снилось, как мы с Вовой убегали от Вани. Просто там вначале мне приснилось, как будто я бегала по палку. Там я наступила скелету на ногу. Он погнался за мной, когда я устала и хотела отдохнуть, он бросился на меня скелет этот. И когда я маму звала, он прибежал нож и хотел отрезать голову. Очень страшно было. Папа мне еще показывал страшные фильмы. И там мультик был один страшный. Ну, мне приснился он такой, а будто у меня есть собачки две, мама и папа. Но мама хотела одного щенка, и я с ними игрался.